Здравствуйте, с вами Анатолий Тучков. Ах, сколько прекрасных стихов написал Самуил Маршак. И не только для детей. Вот послушайте, пожалуйста. Ведерко полное росы я из лесу принес, где ветви в ранние часы роняли капли слез. Ведерко слез лесных набрать не пожалел я сил. Так и стихов моих тетрадь по строчке я копил. Чтобы увидеть росу в нашем городе, надо встать пораньше, потому что 8 августа с восходом солнца роса испарится, и весь день будет ясным и солнечным. Утром вас ожидает 23-36 градусов тепла, днем от 38 до 40, вечером 30-35, ночью 22-25. Температура в реке Кубань прогрелась до 22 градусов. Такая вода бодрит. В горячем ключе весь день солнце будет ярко светить с небосклона и, разумеется, заставит основательно подняться показания термометра. Утром вас ожидает от 24 до 35 градусов тепла, днем будет жарко 35-37, вечером 27-31, ночью 22-24. Спасайтесь от жары в тени сосен, которые растут на нашем прекрасном курорте. Где вплотную высок и суров подступает к дороге бор, ты увидишь сквозь строй стволов, словно в озере, дом и двор. Так и тянет к себе и зовет теплым дымом домашний кров. Не твоя ли здесь юность живет за тремя рядами стволов? Спонсор программы — строительная компания «Стройэлектросетка». Монтаж отличной квартиры с ремонта. Покупай, заезжай и живи. Телекомпания «Краснодар» и я, Анатолий Тучков, желаем вам здоровья, друзья.